Продюсер Максим Фадеев заявил, что подаст иск в суд, который лишит возможности певицу Глюкозу использовать ее псевдоним и петь его песни. Так продюсер отреагировал на выступление певицы в Красноярске на Дне Металлурга. Местные жители сильно возмутились ее концертом. Они не понимали, была ли певица пьяна, под наркотиками или вообще привезли некую пародистку. По словам нарколога Василия Шурова, может быть, это алкоголь, может быть, и какой-то синтетический психосимулятор, который не вовремя начал действовать и, соответственно, разбудил сексуальность и развязность. Но это покажет только лаборатория. К слову, Глюкоза появляется на публике в пьяном виде уже не в первый раз. Ее периодически снимают на камеру в нетрезвом виде на различных вечеринках. Большое спасибо. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Давай я. Как звалось? Хочется с вами болтать, вы знаете? Мне кажется, не стоит. Ну что, девочки? Где мои девочки? Девочки, а у вас шиза бывает? А вы бываете такими бесконтрольными, бывает? Тогда эта песня для вас.